Такие шикарные шпильки могут вознести самооценку на небеса, а тесные ботинки испортят настроение и походку на весь день. Так что обувь — это не просто дополняющая одежду аксессуар. Ее выбор — первый шаг к созданию гармоничного образа. Поскольку наше лето не давало жару первые месяцы, сейчас последние сезонные коллекции выглядят по-прежнему свежо, а стоят при этом уже меньше. Что может быть лучше новой пары обуви? Разве что две или три пары. Сейчас в торговом доме «Магеллан» проходит тотальная распродажа обуви. Скидки до 70%. А это значит, что при покупке вы можете сэкономить до 5000 рублей и получить скидку на второй товар в чеке 20%. Подробности акции вы можете узнать у наших продавцов-консультантов. В курсе, то на каждый день лучше выбирать обувь с каблуком до 6 сантиметров. Это и для здоровья полезно, и глазу приятно. Фигура выглядит стройней, а ноги длиннее. Венский, кирпичик, столбик, клин, клеш, рюмочка и стилет, ковбойский и танкетка. Выбирайте, на какую высоту готовы взмыть сегодня. Замша, бархат и лаковая кожа могут показаться не самыми практичными материалами, но в номинации «Шик и блеск» с ними вряд ли кто-то сравнится. Отделка пайетками, бисером, крупными камнями, больше похожей на броши. Вариант для выхода в свет. А гонять по делам можно в веселеньких слепонах или лоферах на плоском ходу с приятно пружинищей подошвой. Эспадрильи и вариации на их тему – классический летний вариант. Только выглядят они уже не так рустикально и простенько, как в 60-е. Между прочим, тогда тапочки с веревочной подошвой носили не только женщины. Но если вы боитесь стильных экспериментов, бегом примерять привычные сандалии, кеды и туфли с прицелом на осень. Она уже движется нам навстречу со скоростью пешехода. В новом сезоне специально для мужчин мы оборудовали целый этаж одежды и обуви. Еще одна новинка торгового дома «Магеллан» – бренд из Санкт-Петербурга. Технологии комфорта. Эта одежда максимально удобна и подходит для нашего климата. Мужчин разговор короткий, как зимняя куртка, которую они почему-то все так любят. Но мы не теряем надежды приучить их и к удлиненным паркам, и к пальто, и к пуховикам. Пусть смотрят сами, наше дело показать хороший пример и пригласить за покупками для всей семьи.